Вот. И... Тебе врач что сказал? Костыли возьми. Тебе врач не разрешал без костылей ходить. Почему ты ходишь без костылей? Мне не идет нагрузка на ногу. Мысли Тём, ну у тебя после костылей Тём. Потом будешь... Как тебе удастся держать свои эмоции негативные на публике и в семье? Я работаю над собой, регулярно делаю практики. Вот. Ри, твоя подружка? Да, это моя подружка. Привет, красотка. Привет. Где делал Венеры? Голливуд Смайл. В нашей клинике в Краснодаре. В Украине была? Нет, не была. Ты была... Ты очень... Бледная, дыхай побольше. Я бледная? Да, походу, вы бледных не видели, я нормальная. Как вам с мужем удалось простить друг друга в перерыве отношений других партнеров? Очень много работы над собой, над своим внутренним состоянием. Очень много самоанализа, очень много практик сделано. Ну так, потихонечку, помаленечку все получилось. Ты мне снилась сегодня, пили кофе, обменивались знаниями. Это был октябрь-ноябрь, судя по погоде за окном. Я тебе передала пинетки своей дочке, так что думаю, жди. Ой, жду. Здравствуйте, хорошего настроения. И вам, а что думаешь по поводу вакцинации? Никак не хочу комментировать вакцинацию. В каком районе живете теперь? Рядышком, где и жили. В Яблоновке. А, рядом с Яблоновкой, это Новая Адыгея. Викуль, привет, женское здоровье восстановила таблетками или практиками медитации, если то какие. Восстанавливала массажем гуаша, восстанавливала практиками Access Bars, не таблетками. И различными медитациями по женскому здоровью, на проработке чакры Сладгистана. Почему не живете в Москве? Потому что он вам не нравится, нам тут хорошо. Привет, супер девчуля, привет. За сколько купили такой шикарный дом? За 8,5 миллионов. Почему так выспала? Не знаю, кстати, сама в шоке. У меня вообще прям весь лоб, причем это какие-то не прыщи, а просто какие-то штучки. Не знаю, просто вот тут вот. Может, от солнца. Хрен его знает, выспала и выспала. Вы купили дом, да. Как думаешь, норм, если мужчина взял на себя ипотеку для своих родителей на дом, а сами мы живем съемные? И хз, когда купим ее, ипотеку он их полностью оплатит. Норм. Почему у тебя в документах везде Рита Мацоль? Как тебя на самом деле зовут? Можете посмотреть по хэштегу Цатурян имя. Мацолик — это фамилия моего мужа, которую я взяла себе, как и все нормальные женщины, при замужестве. Рита меня зовут по документам, но Рита меня не называет даже мама. Вот. С 6 месяцев меня называет Вика. Абсолютно вся моя родственная группировка. Бабушки, мамы и так далее, тетя. Вот, когда в Киев, не знаю, вообще из дома выехать не могу, у меня все с ногами лечатся, поэтому никуда не выезжаю. Можно ли медитация помочь с диагнозом остеопатия? Я думаю, можно при помощи психосоматики помочь себе. Понять, из-за чего это. Куль, я думаю, я вас тоже. Я с Камчатки пишу, всегда молчишь. Возможно, я не вижу. Косичка, когда будешь делать? Ну, пока не знаю. Как с бренди, так сделаю. Вот так есть на документ Ритма Цолика. Я и тут Ритма Цолика специально для вас подписала страничку в Инстаграм. Артем все больше становится похож на тебя. Это радует. Я думаю, это не все нормально, когда вы для себя поживете, если он сейчас живет ради родителей, а не своей семьи. Я думаю, советы вообще в таких случаях неуместны, и они должны решаться только между мужем и женой, но никак не в комментариях и слушать кого-то
Не стоит. Привет, привет. А как выспал? Да не знаю, просто выспал. Это конфеты вчера съел, шоколадные. Приезжай в Сочи, мы тебя ждем. Когда-нибудь приеду. Изучали ли эзотерику, а мне на этот счет. Ну, в целом, астрология, нумерология, тарология, чакрология все являются частью эзотерики, поэтому положительно это очень много дало мне в жизни познание себя как личности и помогло проанализировать и понять, как дальше не совершать ошибки и как дальше двигаться. А вы Сирии, подружки? Да, подружки мы Сирии, подружки! Приезжай в Грузию. Когда-нибудь обязательно приеду. Стрель у меня офигенная. Ты зайка, ты зайка. И ты тоже зайка. Комары не кусают, их сейчас куча. Нет, у меня вторая отрицательная группа крови, меня комары не кусают. Но если, конечно, рядом нет положительной, они еще на меня могут напрыгнуть, а так нет. Все кайфуешь, а работа когда? И работаю. Я умею совмещать приятное с полезным. Так что вот так. Ты кое-что думаешь об нейрографике? Я не знаю, что такое. Что со звуком? Звук передает привет, что-то звука нет. Это я столько. Есть звук, слышим. Короче, непонятно, то был, то не было. Как ты думаешь, норм, если мужчина взял на себя. Да я же сказала уже. Как тебе дом 2 сейчас, который идет? Ну так, можно посмотреть. Пишу раз 40, передай мне Дарье привет с камчат. Передаю тебе, Дарья, привет.
спасибо. Налички не отвечать. Возможно, я просто не вижу. Если я буду отвечать в директ всем без пропуска, то я не знаю, как, а когда жить, когда общаться с близкими, с родными, когда отдыхать. Это же сидеть надо с утра до ночи. Там я 3 года отсидела в директе. Все, я на пенсию ушла. Директ отвечаю редко. Вот, по запросу, если мне зайти ночью, поотвечать, но это только в крайних случаях, когда бывает там человеку очень нужна какая-то помощь, так случается, что я попадаю именно на сообщение этого человека. Странно, почему все так случилось с именем Рита, не нравится? Это давняя история, я родилась в городе Тбилиси, мой, я не знаю, биологический или не биологический отец армянин, вот, и когда я родилась, его мама, получается, моя мама свекровь, назвала меня Ритой, вот. Потом мама от него сбежала, когда мне было 6 месяцев, в город Хабаровск, где она родилась и жила. Мы переехали к бабушке, к ее, жили там некоторое время, и моя бабушка сказала, что это вообще абсолютно не мое имя, оно мне не идет. И с 6 месяцев все родственники стали называть. Классные, веселые, взаимопонимающие, я не знаю, что вам еще рассказать. Мы живем душа в душу, все супер. Главное, трабов в моей голове нет. Все зависит только от моей головы, от моих мыслей. Я это прекрасно понимаю, осознаю. И важно просто мне не допустить момент, что как раньше, да, когда я переставала ценить, мне хотелось драмы, мне становилось скучно, я возобновляла старые программы. Я это четко понимаю, осознаю, и поэтому ценю каждый момент, каждую секунду прожитой своей жизни, каждое утро, каждый день, каждый вечер, и
позволяю себе сходить с ума, когда бывают, ну, может, бабы, чем она что-нибудь в бошку взбредет. Вот, все от наших каких-то глупых мыслей, абсолютно ненужных. Я над этим работаю регулярно, поэтому, когда нет всякой херни и мусора в голове, нет проблем, поверьте, проблемы мы создаем себе сами. Вот я сейчас захочу создать, две секунды, и они будут созданы. Вопрос, надо мне это или нет? Мне это не надо. Мне так хорошо. Чего начать восстановление после родов? С правильного питания, с легкой зарядки, с прогулок, с любви к себе, прежде всего. Прочитайте, пожалуйста, сообщите в директ. Просила Юлю передать вам информацию о маленьком Саше. Хорошо. Как наши прививки от ковида? Никак не комментирую этот момент. Помню, что ты говорила, что выпускаете для меня ходить. Мы ее уже выпустили. Вы курили сигареты. Да, с 12 лет я курила сигареты. До 16, а потом с 19 до 21, потом курила кальян, не люблю кальян, и все равно курю кальян с тех пор. Возле новичка можно идти, но это очень плохо, это моя зависимость, от которой я не знаю, когда-нибудь я избавлюсь. Новичка можно делать без проводника, можно абсолютно все, вот, попробуйте. Привет, красотка, очень красиво. Года 3, наверное, 4. Вот. А с папой и братом он давно уже в разводе. Как вы вернули мужа после развода? Я его отпустила. Отпустила искренне. Вот. Пожелав ему всего самого наилучшего, написала письмо прощальное. И потом так случилось, что мы решили попробовать снова быть вместе. У тебя пропала маска, ее надо обновить, могу помочь. Там мне не нравится уже моя маска. Что с Прайда там? Да, понятия не имею. Ребят, поздравьте меня, через 10 дней будет Чино Голден. Я так сейчас поздравляю. Когда-нибудь я тебя увижу, так хочется. Обязательно. У вас очень классные отношения. Как у вас такая идиллия, благодаря тебе у нас все хорошо в отношениях. Ты спасла нашу семью. Мне это очень приятно. Я очень рада, что вы берете только положительный пример с наших настоящих отношений, не с прошлых. Вот. Ну, хотя с прошлых мы уже сделали какие-то выводы, работали над ошибками, что тоже хорошо. Посоветуйте, как наладить отношения с родителями, чтобы уважали и считались мнением. Мне уже за 30, но. Значит, где-то что-то как-то. Вы не расставили какие-то границы, приоритеты и так далее. И вообще, родителей просто нужно принять. Мы всегда будем маленькими для наших родителей, если они что-то говорят. Соглашайтесь с ними мудро, хитро, но делайте по-своему. И все, я так всегда делаю.
Я говорю, да, хорошо, да, я согласна. Окей, как скажете. Я ни с кем больше не спорю вообще. Вот. Зачем? Зачем кому-то что-то доказывать? Твоя жизнь, делай как хочешь. А если они будут обижаться, ну, это их проблема. Пускай обижаются, пообижаются, перестанут обижаться. Главное, не конфликтовать, не ругаться, не спорить, и все будет хорошо. Но если ты хочешь, делай все равно по-своему. Тёма уже выше тебя, да, на 2 сантиметра. Гвозди без проводника можно новичкам? Да можно, пробуйте. Вы почти наша землячка. Вы тоже забились? Я вообще всея землячка. Я считаю всю Россию своей прекрасной, любимой землей. Мне прикольно везде. Вот бы мне так кто-то про имя рассказал, как тебе твоя бабушка. Ну да, это классно. У тебя сейчас фигура нежной девушки, самая классная фигура, стремлюсь за тобой. Спасибо. Сколько твоей маме сейчас лет? Моей маме 49. Не помню. Для меня, моей маме, мне кажется, всегда, там, я не знаю, лет 40. Для меня она всегда молодая, я даже особо не зацикливаюсь на том, сколько ей лет. Если постоянно возникают кисты в яичниках, в чем проблема? Проблема с мужчинами, проблема ненависти к мужскому полу, проблема в непринятии себя как женщины, проблема по отношению к сексу, не любовь к сексу, не получение удовольствия от секса, запрет на секс, все, что связано сексуальными отношениями, вот, нужно решать в этой сфере. Я всегда лоб в прыщиках, да нет,
не всегда, вот только сейчас, я не знаю, на шоколад, наверное, реакция конфет съел вчера, говорю, эти маску, как в детстве. Привет, скажи, пожалуйста, обязательно ли принимать БЦА при регулярных тренировках? Не обязательно, я их уже давно не принимаю, ничего страшного не случилось. А так, БЦА очень крутая биодобавка, которая помогает восстанавливаться вашему организму. У вас клиник сейчас или ты сама убираешь? Я сама убираюсь, в принципе, с роботом-пылесосом вообще кайф, ничего сложного. Покажи дом. Вот он дом. Я все жду. Мы на очереди, когда нам здесь положат плитку. Вот, и вообще будет классно. Все собаки лают. О, соседские. Как он забит у тебя? Выкладываю больше фото вашей любви. То знаете, как-то больше все остается за кадром. Я не знаю, уже как-то отвыкла от всего этого. Вот, поэтому. Наверное, я повзрослела. Ты у меня на обои стоишь. Спасибо, кисуля моя. Викуля, я просила, чтобы ты продала спорт одежды. Ну, я их ношу, у меня же тренировки каждый день. Мне все нужно. Hello, поздравляю, спасибо. Ты счастлива? Конечно. Я вообще счастлива так, что, блин, я не знаю. Я не знаю, как может быть еще лучше. Мне так спокойно, так кайфово.